Народ, всем привет! Как вы уже знаете, на классической версии Lineage 2 стартанул новый ивент «Посиделки у костра». В этом ивенте очень много игроков приняло участие, не все купили свои вложения, но тем не менее, эпика различных пушек 16-х на форуме достаточно. Я и моя маленькая команда решили тоже поучаствовать в этом ивенте и вместе открыть 150 больших вязанок и 25 маленьких. Что из этого получилось, давайте посмотрим. Это первый ивент, в котором я хоть что-то выиграл, серьезно. Хочу огромное сказать спасибо всем ребятам, кто в меня поверил, кто поверил в этот ивент и кто все-таки помог закупить вот эти вот вязанки. Ребят, вы топовые. Антроп, Мустафа, Йон, Риплорд, Юра, ты тоже красавчик. Всем спасибо, ребят, за просмотр. Я надеюсь, вам это видео понравилось. Напишите в комментариях, что выпало вам в этом ивенте, и я буду рад их почитать и на некоторые даже отвечу.